смотри, на нашем ритмическом круге сегодня божьи коровки. Нам нужно их рассадить вот так. Запоминай. Желтая, красная, оранжевая, голубая и фиолетовая. Опять. Желтая, красная, оранжевая, голубая и фиолетовая. Оп! Дальше вот тут выбирай, какие божьи коровки нам нужны первыми. Вот сюда. Выбирай, какого цвета божью коровку мне поставить первой с краю. Убежала? Какую? Да, желтую. За желтой. Какую мне нужно поставить? Покажи. Красную, верно. За красной. Какую нужно поставить? Какую? Выбирай. Ой, убегают божьи коровки. Давай-ка какую после красной? Да сюда оранжевую, потом сюда какую? Да голубую. И потом опять фиолетовую. Хорошо. Снова какую вот тут выбирай. Какую? Какая была первая вверху? Да. Желтую после желтой какую? Угу, красную после красной какую? Да. Оранжевую. После них вот тут какую, угу. синюю, и потом какую фиолетовую. Верно, получился наш круг. Хорошо, поменяем рисунок. Смотри. Первая розовая, потом голубая, голубая и желтая. В следующем домике зеленая, красная, а потом оранжевая. Выбирай вот тут, какая первая должна быть. Смотри вот сюда, какая должна быть первая. Розовая после розовой. Какая должна быть здесь? Верно, голубая, голубая и какой тут не хватает нам? Желтый, согласна. Потом вот тут, после, какие должны быть две? Сначала зеленая, потом красная и одна какая? Оранжевая. Хорошо. Продолжаем. Выбирай дальше. Опять, какие должны быть первые? Вот тут. Давай. Вот тут с краешку какая? Угу. Розовая. После розовой. Вот тут. Да. Голубая. Потом. Голубая. И какая? Верно, желтая. Потом. Да, обе. Красная и зеленая. И одна оранжевая. И последний разочек. Выбирай, какие тут опять должны быть. Первая какая? Розовая. После розовой должно быть голубая. Голубая. Ой, убежала. И желтая. Потом тут должно быть две каких. Да, зеленая и красная. И тут оранжевая. Хорошо, класс.